Именно в Москве на выставке World Food 2022 собрались лидеры продуктового рынка. С одним из них прямо сейчас и поговорим. Это Юркин Иманов. Юркин, здравствуйте. Добрый день. Представляю компанию Actimagro Group. У нас три компании. Основные наши покупатели – это торговые сети. Начали деятельность с 2016 года. Экспортируем свежие фрукты, овощи. Начали сушеные фрукты, овощи. И сейчас новая линейка по сублиматам пошла. Юркин, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, с 2016 года, компании всего 6 лет, и вы уже в большие крупные сети поставляетесь. Есть ли еще какие-то успехи, и как широко географически вы представлены? Ну, несмотря на то, что это сама выставка находится в Российской Федерации, мы здесь, даже здесь, нашли и покупателей потенциальных из Катара, из Филиппин, из Бангладеша, да, и до этого, с учетом того, что у нас, кроме представленности на российском рынке супермаркет, у нас есть были поставки в Германию, в Европу, в Прибалтику и в Эмираты. То есть мы представлены, ну, я думаю, широко для компаний, которые 6 лет находятся на рынке. Вы впервые участвуете в выставке такого масштаба или ранее тоже приходилось? Мы участвуем на почти всех выставках, начиная с 2020 года, на национальном павильоне Made in Uzbekistan. Первый раз национальный павильон в этом году не был здесь, и мы решили участвовать со своим стендом. Разница огромная, хотя и в те периоды были неплохие результаты, но на этот раз у нас не было даже 3 минут, чтобы наш стенд пустовал. Отлично. Ну, результат еще посмотрим. Ну, раз вы сказали, что 3 минуты даже не мог стенд пустовать, есть ли уже какие-то договоренности, контакты? Да, с учетом того, что мы уже работаем в основном со всеми сетями, но есть еще другие федеральные сети, ну, допустим, и Светофор, и там региональные, другие сети, не такие большие, как Магнит и X5, которыми работаем, с ними тоже получилось договориться. Ну, и есть крупные B2B компании, которые мы, оптовые базы, можно с ними тоже работать. Замечательно все. Спасибо большое, Юркин, за небольшое такое интервью. Желаем успехов вашей компании. День не закончился, собрать контакты еще получится. Уверен, у вас получится. Спасибо большое вам за приглашение.